В Красноярске сегодня утром произошла страшная авария. Две иномарки столкнулись лоб в лоб. Пострадали водитель и пассажир. ДТП произошло на улице Брянская. По предварительным данным, автомобиль Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Водитель Honda получил тяжелые травмы, его увезли в больницу. Пострадалый пассажир второй иномарки, ему оказали разовую медицинскую помощь. Из-за аварии движение на Брянской оказалось сильно затруднено. Похожая ситуация была по всему городу. Из-за сильного мороза в Красноярске образовались дорожные заторы, произошло несколько мелких аварий. И это несмотря на то, что многим водителям сегодня пришлось отказаться от автомобиля из-за холодов.